фигурный вальс, мазурка, а также отрывки из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Девочки в нарядных платьях, мальчики в белых рубашках. Подготовка к пушкинскому балу началась еще с сентября. Это просто праздник для детей. Для того, чтобы они окунулись в ту атмосферу 19 века, смогли надеть красивые платья, научиться историческим танцам и, конечно же, научиться себя правильно вести по этикету. Если вам кавалер нравится, прямо как мне, мой, достаточно раскрыть веер, дотронуться им до губ и до сердца. На пушкинском балу Александра и Дмитрий танцуют вальс. Интерес к пушкинской эпохе и русской литературе у девятиклассников возник уже давно. А теперь появилась возможность танцевать перед гостями праздника. Репетировали совсем недолго, неделю-полторы. Ребята читали стихи, пели романсы, играли в популярные игры рубежа 18-19 веков. В пушкинском балу приняли участие все ученики школы «Квантум» – от начальных до старших классов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».